В этом году отмечается 215 лет финансовой системы России. Профессиональный праздник объединяет всех специалистов сферы – руководителей, сотрудников, студентов, преподавателей и ученых. Каждый сотрудник вносит свою лепту в развитие как Чувашии, так и России в целом. Благодаря эффективному взаимодействию с руководством страны ежегодно увеличивается объем безвозмездных поступлений из федерального центра. В том, что правительство Чувашии выполняет все взятые социальные обязательства, немалая заслуга и финансистов. За 8 месяцев текущего года республиканский бюджет Чувашской республики исполнен в целом по доходам в объеме 28 миллиардов рублей. С ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 10%. Расходы бюджета на 1 сентября составили 25 миллиардов рублей. При этом обеспечивается своевременное финансирование принятых в республиках расходных обязательств. Как результат этой планомерной работы, Чувашия вошла в число лидеров национального рейтинга инвестиционного климата, заняв почетное второе место. Успех в финансовой сфере напрямую зависит от рачительного отношения к бюджетному рублю. К человеку, стоящему на страже финансового благополучия региона, предъявляются высокие требования. Они должны быть, прежде всего, какие? Они должны быть, во-первых, честными, во-вторых, порядочными, чтобы, когда разрабатываются разные схемы, они были максимально минимизированы, открыты, были чтобы публичными от разных лазеек мошенников. Лучшие финансисты республики получили заслуженные награды. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.